В этом ролике вас ждет начало летсплея по новому миру драконов. В этом мире существует 26 видов драконов с уникальными способностями, 6 новых тематических локаций с большим количеством данжей и новыми мобами. Ребята, ну где вы встретите дракона-пчелу и дракона-лягушку? Ну только здесь. Поэтому давайте навалим на этот ролик большую кучу лайков, и так мы поймем, что вам это нравится, и мы будем продолжать съемки. Приятного просмотра! Всем хрю, с вами Бига Хрю. И это, ребята, второй сезон. Добрый, ну опять ты пресс качаешь. Ну успокойся, пойдем записывать. Всем добра. Короче, кабанчик, мы появились на каком-то корабле, который летает. Вообще не понимаю, что происходит. О, господи, как мы высоко. Как я понимаю, это командир. Ну-ка, что он нам скажет? Так, он, кабан, говорит нам, что нужно подойти вот сюда и выбрать фракцию, за которую мы будем играть. Тебе что больше нравится? Фейри, значит, Fire, Light, Shadow, Water, Earth и все что? Если честно, мне вообще без разницы. Ну, давай тогда Shadow. Ну, давай тень, да, давай. Так, ну что, тогда запускаем. Так, подожди, стой. Давай обыщем корабль. О, золото. Хлебушек. Супер. Да, о, яблочки, отлично. Гнилая плоть, так, ничего нет, пусто. Ядовитый картофель, зачем он на корабле? Походу сгнил, давно уже, видимо, летаем. О, я нашел драконьи кости, кабан. Ну, я не удивлен, кстати, коины те же самые, которые были в первом сезоне. В этом сезоне у нас новые драконы, новые локации, новые функции. Сейчас мы вам все расскажем и покажем. Так, ну что, получается, нам нужно нажать сюда, да? Так, мы вроде еще не все собрали. Брали. Ты трюм-то осмотрел вот этот? Да, вот? Да, да. Нет, тут ягоды. Ну, и что? Зачем тебе эти ягоды? О, коины, отлично, забираем. У меня 19 коинов. Коины нам очень нужны. Все, я думаю, этой еды хватит для начала, и погнали. Тогда нажимаем на этот пультик, и нас телепортируют на нашу локацию. Вот он наш, Shadow замок. Вау, что? Это, ну да, это... еще сундуки. Мы пока летели, они немножко пополнились. Господи, кабан, это что? Что там такое? Это какая-то большая каменная руна. Я не знаю, что она делает. Так, ладно, пойдем посмотрим, что тут есть. О, это о, кабан! Что? Тебе литры дали? Смотри, да. А что ты сделал? О, мне тоже дали литры. Супер. Но это на тот случай, если мы случайно упадем вниз. Добрый, ну что ты наделал? Как мне теперь наверх вернуться? Что делать-то, добрый? Ай, блин. О, это капец, тут ящеры огромные. Кабан, живи. Я сейчас прилечу. Что делать? Ладно, я траву пока дособираю. Кстати, травы очень много. Я помню, какие-то драконы питались у нас. Кабан, сенами. давай сюда, быстрее. Какой траву? А, секунду, у меня есть какой-то камень. О, меня телепортнуло, добрый. О, я вернулся. Так, кабанчик, смотри, тут что-то вообще прям очень интересно. Смотри, это драконы из прошлого сезона. Так, да, всех их мы уже делали, но на этой доске у нас представлены новые драконы. И давайте пока что их оценим. Какой тебе нравится? Мне, допустим, нравится очень Фроган. Фрог, это же лягушка. Это лягушка-дракон. Во, вот это очень классный. Смотри, кабан, карта, какие-то замки. 6 раз. Различных локаций, ребята. Видимо, этот летсплей займет очень много времени у нас. Если он вам, конечно же, понравится. Так, какие-то порталы, смотри, что это? Я вообще фиг его знает. Тут все так... О, это мумия-дракон, у нас он уже был. Так, давай тогда... Ой, это не сюда нам, вот к этому мужику нам надо. Дай нам, пожалуйста, кристальчик. У нас есть кристалл, есть поводок. Нам осталось найти дракона. Какое-нибудь яичко, добрый. А, подожди, это что такое? Добрый, у меня 2 яйца мумии дракона. Это когда я сюда телепортнулся, мне их дали. Да, я вот сюда телепортнулся, мне их дали. Отлично, давай тогда, давай здесь их вырастим. Хорошо, давай. А нам гнезда-то не надо покупать или надо? Да не надо, конечно. Ладно, давай без гнезд. Так, здесь, где будет твое? На, здесь мое будет. Так, я, кстати, уже забыл, какой там... И, кстати, ребяточки, мы всегда тоже оцениваем красоту
вот этого большого торнадо. Ну, кстати, как тебе? Вот у мумии вроде такой вообще такой красивый, себе. Красивый, мне нравится, такой нежный. Ну, цветной, да, на самом деле классный. Не самый худший, но и не самый лучший. Там-то драконы были такие красивые, так. Пока пусть вылупляется, давай посмотрим, что здесь. Смотри, какая-то книга. Добрый, нам бы посмотреть, чем он питается. Ну, давай, да, посмотрим. Так, здесь можно покупать тотем бессмертия можно. Прикольно, прикольно. Да, тотем бессмертия. За стак драконьих коинов... Так, паучий глаз он продает зачем-то. Так, книги, лазурит, пузырек опыта. Но на самом деле дороговато тут у него все. Так, хорошо, что здесь есть еще? Выглядит пока очень интересно. Да, тут реально очень много всего, и вы просто будете в шоке, когда мы вам покажем хотя бы первый остров. Так, все закидываем, печеньки тоже, стрелы Кабан, возьмем. Кабан, давай быстрее сюда! Так, бегу, 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 что там у тебя такое? Нам замок подарили! Кто? Не Я знаю, думал, в гостях. Кто-то, не знаю, король какой-то. Так, а ты где? А, вот ты. Да, хорошо, нам тут говорят то, что его нужно очистить и привести в порядок, а тут у нас зомби. Вернее, лучник. Капец, тут, конечно, мрак, вообще темно. Ну ладно, мы здесь все обустроим и все будет по красоте. Ладно, хотя бы стульчик есть. И стульчик. Так, балкон. Хорошо. Что там в сундуке, кстати, было? Я забыл посмотреть. Щит и меч. О, золотое яблочко. Добрый, разберитесь с ним. Так, пошел отсюда, пошел, пошел. Так, и фонарики, фонарики. Опа, опа. Фонарики, расставляем. Да, расставляй фонарики, чтобы в нашем замке никто не появился. Хорошо, ты пока за тобой бегает паук, ты с ним разберешься, выставляй фонарики. Я пойду посмотрю, что кушает наш дракончик. Так как он у нас дракончик-мумия, что он там кушает, я уже совсем и позабыл. Сейчас глянем. Сам только покушаю немножко. Господи, тут еще второй этаж есть. Да, придется нам, конечно, долго все тут обустраивать. Так, это один из старых драконов, и он кушает гнилую плоть. 50 штук. Гнилой плоти ему надо, чтобы он полностью вырос. Иначе он будет расти целый час. Ну, целый час мы ждать не можем, потому что мы все-таки, ну, как вы видите, очень высоко. Ну и на драконе очень удобно перемещаться между островами. Поэтому нам по-любому нужно его как-то сейчас получить. Предлагаю тогда жить на первом этаже, а второй оставить под фармилку, чтобы там убивать зомбиков и получать гнилую плоть. Хорошо, давай. Нам бы найти дракона, который выращивается на семечках. Это кто у нас получается семечки? Это Полифалкон. Ну да, черт, ну ради одного Фалькона нам... Капец, добрый! Что? Тут некоторые, тут короче, дракону пчеле надо 50 медовых сот. Что? Кому-то 50 костей, дракону Рексу надо 50 костей. Так, ну ладно, эти более-менее похожи, обсидиан 50 штук, магмы 50 штук. Ладно, это не сложно. Кстати, драконы как там? Наверное, уже, кстати, вылупились, добрый, пойдем посмотрим. Погнали. А, нет, о, твой вылупился, добрый, тебе надо его заклинить. Иметь, о, срочно. О, а как, че, ой, как, мой, чем? Ой, мой тоже. А, да хрен его знает. Не бегай, сказал. Сиди на жопе. Сиди на жопе. Да, так, я его пока чё? Просто привяжу. Да, давай его привяжем. У меня тоже есть поводок. Так, и к чему ты его привяжешь? Ага, отлично. Это очень удобно. Он как муха летает на нитке. Может, ты рыбы хочешь? Нет, рыбу не хочешь. Яблоко, хлеб. Блин, он только... Ему снится гнилая плоть. Почему он хочет только гнилую плоть? Подожди, кабан. Я видел тут магазин, и там можно купить гнилую плоть. За монетки. А монетки у нас падают с мобов. Значит, надо найти мобов. Кто из торговцев продает вообще гнилую плоть за золотые монеты? Чё за придурок? А он там все продает вообще. А, вообще все. Ну тогда гений. Хорошо. Давай тогда мы, знаешь, сейчас как поступим? Давай все наши деньги мы потратим на гнилую плоть. Посмотрим, сколько у нас получится. И спустимся к мобам вниз. Так, может, просто сразу в портал какой-нибудь пойдем и пойдем на фарме нормально монеточек? Пойдем, ну у меня просто даже меча нет. Тебе-то его просто игра сейчас дала, а мне вообще ничего не дали. Подожди, может, ты купишь меч, может, кто-то продает где-нибудь здесь? Фурнитуры. Вы что все фурнитуры-то делаете? О, кстати, во, хаммер есть. Он наносит хоть урон. Броня? Ну, блин, я еще брони купил немножко. Кабан, да это же броня, которая лежит. А-а-а. Кабан, хорош. Да подожди, не бей молоток, пусть лежит, что он тебе сделал. Кстати, вот, тут магу продают, кто-то медовый сотый продает, так вообще, тут вообще реально все можно купить. Черт, это серьезно? 3 драгон коина за 2 гнилые плоти? Добрый, нам придется, конечно, очень много фармить. Я знаю, кабан. Тогда давай я сейчас добуду хотя бы меч, потому что у меня железо есть.
Я сейчас палочку сделаю и погнали. Да, на остров. Какой, кстати, подумай сейчас. Посмотри, пока я крафчу. Ну, я бы хотел себе, конечно, лягушку дракона. Поэтому, может быть, на земляной? Наверное, там лягушки обитают. Ну, давай отправимся, давай посмотрим. Опа, 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 отлично. А, кабан, ниндзя, ниндзя, аккуратно! Он еще вертушки делает, капец, крутой! О, что это? Это какая-то болотная жаба, что ли, жаба-ниндзя? Еще один, еще один, он телепортируется! Он что, еще и телепортируется? Добрый. Как эндермен! Все, зарубил! Что-то выпало! Что-то выпало, классно! А, еще, страх, еще, еще! Жаба, жабы, жабы! Лягушки, блин! А, кабан! Капец, слушай, они урона наносят, аж обосраться можно, мне надо щит сделать срочно. Смотри, я нашел компас. Элитный лягушачий лагерь. Вот здесь в сундуке он был? Где ты его нашел? Вот в сундуке, так, да. Ну, ребят, походу, элитный лягушачий лагерь — это то, что нам нужно. О, смотри! Лё, какие! Что это за курица большая? Сейчас, подожди, добрый, сейчас я щит сделаю. Там есть вторая? Да, супер! Какая красивая! Подожди, ты только не убегай далеко, компас. Я жду тебя. Все, погнали. О, она прям по деревьям бегает, вообще классно. Я утонул! Кабан, держись там! Просто пробел нажимай и выплывай. Я тону, добрый. Так, ниндзя напал, черт. Добрый, разберись с ним, я вроде тут яичко заметил какое-то. Добрый, тут просто яйцо лежит. Кто просто забыл здесь яйцо? О, добрый, походу это оно. Смотри, там какое-то поселение. Королевство жаб, но просто обычная такая деревушка вроде в болоте. Ну там лагерь должен быть. Ну это лагерь. Все, мне отсюда точно не выбраться. Добрый, я просрал свою птицу. Там очень глубоко. Ах, тут лягуш-шаманы, походу, спавнятся. О, добрый, ты посмотри, как их много. Ты где? Ты где-то плаваешь? Я от спавнера ломаю. Под водой, что ли? Да нет. Подождите, ребята, яйцо вижу какое-то. Морозная поступь, хорошо, деду надо. Так, очень-очень много стрел. Добрый! А? Я нашел фейерверки, две штуки. А у нас элитры. Хорош. Так, аккуратно, у тебя там рядом много ниндзя. Я видел, но они вроде не агрятся на меня. Повезло. Да, добрый, на меня загрелись, добрый, помогите. Ну, убегай, кабан. Нет, я буду драться, это мой путь, ниндзя. Ладно, я полетел отсюда, так, надо съесть срочно арбуз. Все, под водой они мне точно ничего не сделают, хотя они вроде лягушки. И это лягушки, кабан, конечно. Капец, там золото, обосрешься вообще жопой. Добрый. Обосрешься жопой? Я не понимаю, мы вроде на одном болоте, а почему я тебя вообще не вижу? Да я не знаю, ты просто слепой. Вон ты. Вон, беги вперед. Кабан, надо свинью спасти надо. Вот, смотри, принцесса твоя. Так, ее заперли. Так, выбегай, Хрюнка. Хрюнька, выбегай быстрее. Выбегай, дорогой, ё-моё, ну не стой ты жопой, да повернись, глаза-то разуй. Беги, братан. Ладно. Я понял намёк, тупой капец. Свиньи умеют очень хорошо плавать, разберешься. Все, я пошел за золотом. Ай, меня травили, кабан. Черт, а еще ниндзя. Я сдох. Я не знаю, добрый. Нам туда по-любому нужно идти на драконе. У тебя сколько монет? Мы можем хоть что-то уже купить? Хоть немножко их вырастить? У меня только 52. Я не знаю, кому ты вообще можешь что-нибудь продать. Так, ну давай хоть как-нибудь. Вот вообще все просто затарим. Так, ну вроде, слушай, вроде жрет. Вроде растет. Продавать-то хоть кому-то-то можно же как-то что-то вообще. Кто-то купит это. Кто-нибудь купите у меня говна. Слушай, давай, раз мы тут, мы сделаем сейчас железную кирку. Да лучше броню вообще сделать, мне кажется. Броню тоже. Так, я куда-то забрался. Тут почему-то ничего нету. Но вроде я тут сейчас видел железо. Так, вот оно. Хотя у меня железа вроде много. А, 3 всего. Ну, на кирку хватит одно. Да, давай делай кирку и сейчас найдем еще что-нибудь. Кстати, яйцо есть одно красивое. Давай затестим. Вот прям вот здесь вот. Давай. Смотри, какое оно. Настолько белоснежное, что аж глаза режет. Так, раскручиваем. Кручу-верчу, запутать хочу. А, ну просто все белое. Так, а это получается, наверное... Какой дракон-то? Он называется Шард. Но это по-любому не из новых. 50 снежков, кстати, надо. Всего-то, да. Ребят, короче, вот обычных драконов, которые были в предыдущем сезоне, мы можем находить просто реально на улице. Как вот я и нашел этого дракона, собственно. А вот этих, там реально надо идти в данжи очень потные и сложные. И мы даже не можем дойти до Фрогана. Это капец. У тебя компас-то остался? Да, конечно, остался. Так, но все-таки, я думаю, должен же где-то быть торговец. Я надеюсь, что да. Может, это он? Нет, не он. Вот ты? Нет, не ты. Смотри, я что предлагаю, кабан. Может, отправимся вон туда вот? Куда? Туда? А что там? Не знаю, деревня какая-то. Может, там железно идем? А, вот, да-да-да, прорисовалась. Отлично. Давай-да-да-да, поищем. Смотри, тут очень много листвы.
И, может быть, у нас был какой-то дракончик будет, которому надо семечки. Надеюсь, тут не будет мобов. Так, еще дальше. Есть что-нибудь? Больше ничего нет. Добрый! А? Разбивай ящики! Я алмаз нашел с ящика! Кайф, ну-ка! Фу! Коины падают! Добрый, я книгу нашел! Вообще хрен знает, где спрятанную на мощь! 5! Это на лук! Ну нормально, кстати, нормально, затарились! И нам бы все-таки как-то гнилую плоть получить, может... На меня эти индейцы напали маленькие! Я вроде справляюсь, но тут еще ящеры, черт! Хорошо, что нашли, что можно ломать боксы! И реально падают алмазы! О! Да, индейцы, они тоже здесь! И вот эти ребята вообще смешные. Просто их бьешь и все, я им как бы насрать. О, коины дают, супер. О, кабан, еда нужна? Подожди. Это что? Добрый, вот этого не было. Огромный голем. Падают яблоки и дерево с голема. У меня почти стак арбузов, кабан. Хорошо. Добрый, давай, вот. Да, без драконов, конечно, тут сложно вообще выживать. Так, у меня 18 токенов уже. Все, алмазный меч готов. Это можно выкидывать. Че, они там подросли хоть немножко-то вообще? Сейчас я еще куплю плоть гнилой. У тебя, кстати, такой намного больше, чем у меня. Так, где? Вот она, гнилая плоть. 12 гнилой плоти. Ну, давай, поторгуем. Это, конечно, будет реально очень сложно. Все, погнали. Вот если бы мумия дракон вырос бы сейчас бы, мы бы вообще бы без проблем полетали. А так, ну реально, как лягушки тут прыгаем по тюльпанам этим. Ладно, кабанчик, ничего страшного. Как говорится, из грязи в князи. И надеюсь, подписчики нас поддержат и поставят лайк. Вторую серию бы хотелось очень большим удовольствием записать. И это, ребята, мы, кстати, были только на одном острове, а их там, ну, очень много. За золотом-то мы не пойдем, потому что мы не нашли, так сказать, торговца, который будет его покупать, верно? Ну, наверное, да. Хотя, может... быть и найдем. На другом острове, может быть, будет. Может, в главное здание пойдем? Нам вот на вот эту штуку подниматься надо. Ё-моё, как на нее подняться-то? Где тут лестница-то? А, вот она. Так, отлично, нам осталось совсем чуть-чуть, и нас встречают сраный ниндзя. О, меч не убил, у меня осталось очень мало здоровья. Фух. Сражайся, кабан, не сдаемся! Просто столкнем их нахрен. Они телепортируются, нам это ненадолго поможет. Ну давай, заберем. Ай, скелет, ты-то что тут делаешь? Кстати, а раньше в том сезоне мы на спину загружали яйца. Добрый, открывай сундуки, открывай сундуки. Посмотри, открой этот. Чё? Алмазы. Сейчас, подожди. Еще. Добрый ниндзя. Что это было вообще у тебя? Вообще наплевать. Тут пузырьки опыта, золотое яблоко. А, у меня тоже, да. Ладно, тогда я предлагаю еще подождем второе яйцо, хотя хрен его знает, сколько мы его будем ждать. Или у каждого свой будет эксклюзивный, так сказать, дракон. Ну, пока пусть будет у каждого свой, а потом уже определимся. Хорошо. Тогда телепортируемся с помощью рунного камня. О, дракон вылупился. Че, хочешь себе такого? Да не, я лучше тогда мумию уж. О, кабачек, отлично. У-ху! Ты еще уже вырастил? Ну да. Да. Фига ты, блин, а чё так быстро? О-о-о! Ну чё, получается, нам нужно найти где-то очень много рыбы. Да? Нам остается найти, ну, я думаю, рыба фугу, он может и сожрет мой дракончик, я, конечно, не знаю. Фиг его знает, нет. Ну да, нам много рыбы. А рыба сколько стоит вообще? Рыба стоит, ну, 2 монеты. О, халява, вообще, нормально, вот это легко будет. Так что я, может быть, даже получу быстрее лягушку, чем с мумию. Да я думаю, тебе мумия-то и не нужна, раз у тебя будет лягушка. Ну тогда, кабанчик, давай подождем, пока вылупится лягушечка. Пойдем тогда рыбу ловить. Так, 17 рыбки есть, все, я устал. Что там по лягушке-то, кстати? Она вылупилась, то куда-то убежала. Вот она! Нажираем ее. О, прикольно, очень классно. Прям лягуха, реально, очень крутая. Так, а ты ешь фугу? Нет. А сырого лосося? Нет. Только треску жрет, вонючий. Так, надо поводок. Я тебя тоже присобачу, чтобы ты не убегал никуда. Ладно, ребята, а лягухана мы вырастим в следующей серии. И придумать ему, пожалуйста, имя. И на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем добра. Пока. Добра. И добра. Большого. Большого. Кабана, всем пока.